Тут Оля собрала вот эти две. Эти Таня приехала в гости. Собрала вот столько. Олю с Таней собрали. Я тут по-быстрому это все дело промыл. На полотенце вот так вот закинул. Целый стол. Это всего лишь три куста. Сейчас это просушится. Мы прям так закидываем в морозилку. И все это дело замораживаем. Потом зимой достаем. И будем делать вот такие вот компотики. У нас уже там целый ящик жимолости есть. Там еще жимолость нужно собирать. Сейчас вот смородина. Там еще столько же, если не больше. Но нам даже этого уже перебор. И очень такая вот крупная ягода. Вот. Чтобы было как-то понятно, сейчас ложечку возьму. Чайно. Смотрите, величина. Короче, очень большие. Без химии. Вечерок. Чуть полил деревья. Ну, в принципе, поливать сейчас много не надо, потому что периодически идут дожди. Так чисто освежил дома брусчатку, там, короче, все водичкой полил поверхностно. Какая-то минимальная пыль, которая была, ушла, и такая свежесть водой пахнет. Ну, в особенности то, что у нас бассейн здесь. Ощущение, что рядом есть водоем. Было бы неплохо, если бы здесь озеро какое-нибудь рядом было. Тут есть река, но она подальше протекает. Фильтр сейчас почистил. Забивается достаточно быстро. Потому что там он небольшой. На этот бассейн надо что-то посерьезнее, наверное, мне купить. Потому что этого фильтра не хватает. Слишком часто надо здесь, в общем, зачищать. Ну, в принципе, нормально. У нас как бы лето не такое длинная. Вот. Дочка с подружками здесь наслаждаются жизнью. Прикольно, наверное, в таком бассейнчике-то купаться. Чистый, прикольный бассейн. Искупаются, пойдут в хамам. Потом идут гулять. Красота. Еще купаются здесь прям сосны. Ивы у нас прям быстрыми темпами начали расти. Уже вот так вот свисают во двор. Красота. Жду не дождусь, когда это будет огромное дерево. И будет здесь прям конкретно шапка. Вот эти тоже быстро очень растут.
все актиниде. Вот еще ива наша. Красавица. Тоже сейчас поливал. Чуть-чуть повисло. Листья такие длинные. Тонкие, длинные. Здесь загорать можно. Тут тоже все заросло. Офигенное ощущение встает. Деревья большие. Уже такое, как будто мы в лесу где-то. В этой части уже вот много чего вырастало. Тут уже прям есть такое ощущение леса. Сейчас еще больше будут. Тенечек будут создавать. Тут он можжевельник у нас. Кто там качается? Жара. Полил тут двор водой, чтобы было прохладненько. Но наша старая-старая качель. Так, покажу. Там от дома тенечек такой, закуток есть. Мы туда качель поставили. Удобно сидеть. Там прохладненько. Еще раз двор, когда поливаем. И такое ощущение хорошее. Ну и плюс бассейн, от бассейна испарение идет, и прикольно. Зимой будем смотреть, Мила. Как Милана летом купалась, как было прикольно. Давай, Милана. Давай, 3, 2, 1. Пьюск. Все? Да. А идет? Да нет, так же. Она чище, чем вчера. Фильтруется, потому что. И на дне тоже стало. Ну. Фильтр надо будет почистить еще раз. И оно вот так вот. Чистится. А ты не будешь набирать выше? Выше нельзя, уже не будет работать вот эта система фильтрации. Да,
нас Олеся с козелой придут. Да? Папа, ты вечером нас придешь на фитнес? Фитнес? Да, на, ну, куда раньше ездила с мамой. Угу. Как ты вернулась? Можно? Не надо. Конечно. Господи, вода же не такая. Да нормально, ты же привыкла уже. Да? Ну, читай, читай ты. 3, 2, 1, пюск! Ого, хорошо, наверное. Наверное, да. Особенно под водой, да? Да. Вообще круто тебе. Бомбически. Да, вообще день шикарный. Сейчас купаюсь, вечером на фитнес. Потом еще гулять. Да вообще. Ну вообще. Не жизнь, а шикардос. Да. Шикардос подъехал, да? Да. Тут у нас карапуз. На солнце выезжаешь. Да кто это тут наслаждается жизнью? А, маленький. А, карапузик. Телефон тебе нужен? Телефон. Да. Мама хочет искупаться. А поработать надо идти. А что, ты не можешь просто залезть и выйти? Ну, я потом мокрая с ним как буду ходить. Я подежу, иди. Долго. Сейчас я там хлеб делаю, 5 сек поставлю его и купайся. Ну что ты, мам? Да. У тебя купальник-то есть? Я серьезно, есть. Реально. Надо хамам тогда включить, чтобы ты грелась сразу. Включу? Нету купальника, надо сначала съездить, купить. Сейчас я хамам включу, этот хлеб сделаю и как раз иди купайся. Мы с карапузом посмотрим, да? Он уже там наслаждается. Мама там прыгается. Сейчас не обрыгнет. Круто там, да, кому-то, Оль? Где? Ничего себе! Вот это да! Сейчас Эван разбежится и тоже запрыгнет. Мама пошла в лес. Да, у меня тут вид на лес, на пальмы. Ну. Это пальма уже, это, да? Это пальма, да. Ну, типа пальма. Я не знаю, почему вы его, ее пальмой называете. Как бы же это... вип-тачки же есть такие. Коляску это, в общем, мама, что-то серьезно, теща привезла. Ей кто-то там отдал, на чердаке лежала. Но она раздолбанная вся, короче. Ее в мусорку только. В общем, колесо раздолбано, там крепление плохо держит. Сидушка, короче, так вот боком. Нет, она не боком, она ровная. Она не поднимается, не сидит. Здесь пришлось мне зашить. Ну, короче, это, на свалку. В общем, теща там на, это, на чердаке своем нашла, принесла. Тут во дворе чисто поприкалываться. Вот. А потом время будет, поедем, купим. Но тут зато ты сейчас поймешь, нам такая нужна. Такая нужна коляска. Она не нормальная, да? Нормально. Нет, там колесо все уже ушатано, там ничего не сделаешь, она вся ржавая уже. Вот здесь я зашила, потому что кнопки... Тут Оля зашила, там крепление не держит, он сидушка такая боком. И вообще на зиму даже можно будет ее дома оставить, если вот так вот надо посидеть. Так чисто посидеть, что? Вот это кресло, кресло, да. В целом-то что, конструкция есть, она миллиард лет еще так и будет. А так куда-то выезжать, оно все разваливается. Вот Оля сейчас едет и на ходу сейчас развалится. Чинить это, оно дороже стоит, чем купить. Зато я для себя поняла, сейчас нужна ему такая коляска или нет. Вообще вот 6 месяцев уже такая коляска нужна. Ну да. Ты можешь, вот ему удобно ехать и смотреть вокруг. Да, и он может и присесть, и еще то, что вот это так делается. И при этом он видит. Да. Он едет, да? Видит. Кто там?
и видит, и солнышко. А потому ты... что в тех колясках мы... нам неудобно а уже. Тогда мне надо посмотреть, вот здесь сердце. А, что есть. Он делает? Да, вот, а-а-а. Отсюда. Дальше, какие тут еще движухи есть? Вот. Сумочка. Здесь какой-то, а, вот кармашек что-то положить удобно. Снизу он, сетка. Да. Снизу вот эта штука. Ну, в общем, купим, в принципе, такой же, что-нибудь. Да. И мне вот в этой коляске понравилось, что она очень быстро складывается. Тут вот всего один крючок. Можно даже с ребенком сложить. Вот этот крючок вот сюда делаешь, и все. Вот, то есть она вот так раз, и все. Сложилась, да? Да, и она просто как чемоданчик такая. Сюда надо катать. Тебе как, нравится такая коляска? Давай, твое мнение. Ему тут, наверное... жарко. Сидеть. Нет, не жарко. Он скатывается. Вот так. Вот, вот, вот так охота посидеть, давай. Только здесь опасненько, вот здесь бока ну, такие, держать. Да. Да, вот мама держит, вот. Вот. И еще телефон нужен. Телефон дайте карапузу. Смотри, еще я здесь тут на ветру. Сидячая, то я смогла бы вот эти ремни ему одеть вот сюда на ручки. Ага. И то есть он бы сюда не вывалился. То есть вот так а, вот. А, держала да, бы. То есть да. Он уже мог сам вот так сидеть. Вот так. Ну там две сюда. Что, пупс? Что? Идите, пупчик. Иди, пупчик. Кто пупсик? Ну вот кто пупсик, признавайся. Милана, что ли? Вон там пупсик. Эван же пупсик у нас. Ты Эван? Пупсик или Милана пупсик? Ой, телефон как надо. Или два пупсика? Ну что, сейчас на днях тебе этот пульт резиновый приедет грызть. Мы тут с карапузом. Сейчас ждем маму, пойдем гулять. И там у нас солнышко не видно. Ладно, оно красное-красное, большое красное солнце. Будет мить пупсясиком таким, сладким, вкусным. Гулять сейчас пойдем, да, Эван? Вон у нас. Ива растет, как хорошо. Вот и... Кто это папин телефон хочет забрать? Съем. Такой вкусный. Ага. Я вижу. Срочно забираем, а то сейчас листик скушает. Все хочет съесть, все, что попадется на пути, все съест. Не попадайтесь на его пути, да? Сегодня Эван купался в бассейне, вот. Круто было, да, карапуз? Как ты сегодня плавал с мамой в бассейне, да? Понравилось тебе? Вот сейчас в бассейне там система очистки работает. Сейчас работал. Сегодня весь день работа. Приезжала к нам теща. Вот на два дня помогала тут с теплицей. Вот всю теплицу. Две теплицы прополола. Ну, там вместе с Олей между делом. Вот, и помогла собрать смородину. Вот. И сейчас уехала. Это я с утречка карапуза смотрел. Потом поплавали. Да, Эван? Угу.
Час вот поработал, уже глаза болят. И мы пойдем сейчас гулять с Малюськой. Вот. Сейчас жду Олю. Оля выйдет. На улице у нас прям обстановочка такая. Так, тут у нас мухи летают. Обстановка такая прям жаркая. Прям влажность очень высокая. Прям чувствуется ощущение. Так. Может, всякие запаривают. Ощущение есть, как будто мы где-то, не знаю, в жаркой стране живем. Точно не в Башкирии. Ну, таких дней тут у нас маловато. Чаще бывает холодно. Вот тут 2 дня жарко. Бассейн. Сегодня весь день Милана с подружками купались. Вон они там. Да? Упс. Скажи, мама, где мама? Где мамулечка? Ну, где мамулечка, да? Где? Где? Тут папа одной рукой делает. А ему вон цепляется за бороду удобненько. Держи, Коль. Это мошка тут у меня. На нервы действует. Так, мошка чуть не съела. Надо этот платочек взять. Все, Оля, оделась. Чувствуешь такой запах, как будто мы это в Турции где-то, да, Оля? Да, вот. Такой запах прям Турции. Так влажность поднялась, вот прям... Но сегодня такая более-менее нормальная, да? Да. Какая-то вот, вот такая еще ладно погода. Ой, не знаю. Сегодня мне нормально было, потому что я первый раз в бассейне поплавала. Нет, до этого. Вот, например, были какие-то жаркие дни, и там дышать нечем было. Вот сейчас, послезавтра. А сейчас будет... какое-то нормальное. Милан? Сейчас, Оль. Сейчас, пока не убежали. Здрасте. Так купаться охота. Да? Угу. Что, куда? Купаться. Не знаю, никуда. А ты, Милан, что не приходишь купаться? Потому что, не знаю, я ей даже не говорила. Так вон, позови все вместе, приходите, купайтесь. У меня сегодня гости были. Да? А ты сегодня купалась? Нет. А у меня сегодня мама в город уехала, я же с ней сидела. А кто купался-то? А тебе же. Я. А. Я. Да. Да. Ну так, пару раз кинули, потому что вода же прохладная. Она чище намного, чем в прошлый раз. Да. Ну потому что фильтр там работает, я сейчас почистил. А ты не против, что мороженое? Нет, я всегда же мороженое купила. Да. Ну все, пошли, пацаны. Я не договорила. Сейчас вот такая же погода будет. Через день 20% дождя. Это чуть-чуть дождя и жара. То есть это будет вот эта жара с влажностью. А, то, что дождя не было давно. Да. Из-за этого так более-менее комфортно. Да. А послезавтра вот будет как раз эта влажность и духота. А, вот в чем прикол. Да. Короче, если много дождей, а здесь в Башкирии природа, ну, такая зеленая, и вот эти дожди, они фиксируются, потому что мы утром, когда встаем, вот это все прям, не то, что там трава влажная с утра роса, я не про это, а я говорю, если много дождей, я не говорю много дождей, когда они бывают несколько... И как, в смысле, как немного? Целую неделю лил дождь? Нет, я про процентов, ну вот сколько выпадает дождь, например. Да фига, что, как это из ведра лило. Допустим, один раз у нас было 90% вылилось, это очень много дождя, но было комфортно, прохладно. Угу. А когда мало процентов, например, вот 20, как послезавтра будет, и жара, то это будет вот так вот влажно и душно.
Ну, короче, несколько дней дождя не было, а тот дождь, который у нас пролился, он, в принципе, вот как раз-таки испарялся. И дышать нечем было. Но зато природа кайфует благодаря этому. Че, пошли, Оля? Ложи его. Пошли. Погуляем. А сейчас как раз у нас получается испарение, все вон ушло, жара и такое более-менее нормальная обстановочка. Если бы вот такое лето было, да, тогда прикольно. Сейчас вот ходишь такое, обволакивает тепло такое и ощущение, запах, как будто мы в Турции где-то. Но при этом нету такого, что прям сильно потеешь и этот липкий. Угу. Просто обычное состояние. Угу. Ну, такая кайфовая жара. Да. И еще и вечер. Угу. Он вот так делает, это, мне кажется, из-за зубов. Да? Да, наверное. И там вон солнце еще у нас. Красного цвета. Идем, встречаемся.